МЧС поделилась подробностями вчерашнего пожара. Сообщение о том, что за старым осколом горит сухая трава, поступило около 12:30. Огромные клубы белого дыма были хорошо видны из разных точек города. Пожар быстро распространялся и охватил площадь в 10 гектаров. Локализовать очаг огня удалось лишь спустя 5 часов после начала возгорания, а полностью ликвидировать только в 18:50. В тушении участвовали бригады 12 пожарно-спасательных частей, лесопожарный центр, Староскольское лесничество, добровольная пожарная дружина. Привлекли также пожарный поезд и сельскохозяйственную технику. Предварительной причиной ЧП дознаватели называют внесенный источник горения. Это может быть как неосторожно брошенный окурок, так и намеренный поджог. Всего по области за вчерашние сутки пожарно-спасательные подразделения 4 раза ликвидировали возгорание сухой травы на общей площади 112 тысяч 300 квадратных метров.